Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Третий день, забираем с тобой 10 кристаллов. Маловато будет. Так, премиальный пропуск. А я не помню, у меня что, бесплатных... А, вот они. Господи, я же думал, сундучки мои пропали. Нет, на месте. Все отлично, так, открываем. Так, это у нас ускоритель дым. Не туда, куда надо, да? Выпал. Так, тут опять редкая, это все ерунда. Здесь магнит, ускоритель дым. Випка, ну порадуй меня. Нет, зимние шины и стартовый. И это все, да, я так понимаю. Так, гонка, гонка, это все понятно. Приключения, ну а я... Так, Рэй, прокачайся на чувство, он будет эффективнее. Вечно плыло по забору. Угу, я все понял. Так, вступил в команду. Вышел из команды Луки, опять вступил. Также у нас Фисташка вступил в команду. Понятно. Так, всем привет, само собой, ребята. Правда, время для приветов — это, конечно, жесть. Сейчас увидишь, сколько сейчас времени. Да, ребята, я не знаю, как. Попутал день с ночью, короче. Вот в такое время я начинаю играть. Ладно, я пошел на кубки, ребята, и попробую сегодня взять, наверное, 33 тысячи, если все пойдет как нужно. 120 тысяч нам нужно для того, чтобы прокачать сцепление. Надо, наверное, было поменять нам драматурга на кого-нибудь другого. Ой, ёп, это чё? Чё я такое сделал? Зачем? Рога там, дверь, все по частям поразделось. А чё это я так тупанул-то? Причем это была всего лишь одна гонка. Да, зашибись. Это же надо было так вот лопухнуться сейчас, а? Не по-детски, ребят. Ладно. Попробуем все это дело исправить. Да, вот эти вот трамплины, это, конечно, ребята, жуткая дичь, как по мне. А вот и финиш. Против Аласкана какого-то мы там выступали. Кто еще? Сейл Нуб и Боб. Такие вот у них никнеймы. Ну-ка. Слушай, ну здесь у нас отлично вообще получается все. Опа, тихо. Твою налево. Что мы вытворяем, а? Это благо у нас была крыша. Сейчас бы... просто бы отдуплились и все. Ну и последний заезд. Ну такими темпами мы, я не знаю, возьмем ли сегодня 3000 кубков. Почему я не стал там ехать? Не знаю, ребят, не захотелось мне почему-то поверху. Вообще как-то поверху не любитель. Лучше где-нибудь в низинках. Как по мне, здесь как-то побезопаснее. Воу, мы прям... Юх, ничего себе. Сальтуху сделали, смотри, тоже делает сальто, и я получаю первое место. Это мы только доехали с тобой, вернулись на место. Так, подарочек 5000, да? 5200. Окей, блин, мистический кубок. Ну, сейчас мы посмотрим. В тот раз у меня не очень повезло в гонке на мистическом кубке. Практически сфейлился везде, где только мог. Смотри, мотоцикл на первом месте тут наяривает. Он вообще без проблем залетел наверх. Посмотри, что он вытворяет. Я его даже вообще не вижу. Он... А почему я первый? Не понял. А где мотоциклист? Он же ехал первым. Куда он пропал? Наверное, где-то разбился, скорее всего. Ну, других вариантов я не знаю, ребят. Блин, ККМ-ка вот в плане вот этой, ребята, она как-то более стабильнее, что ли, едет. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Мы вот разгоняемся с тобой очень круто. Ну, пока он там летел, этот мотоцикл, мы взяли первое место. Я специально снизил скорость, чтобы быстрее, так сказать, приземлиться на землю. Сейчас посмотрим, что у нас тут будет. Угу. Так, я помню.
Ну, я лучше вот так аккуратненько проеду, чем будем там, ты понимаешь, тонуть и тому подобное. КМ-очку мы здесь обогнали. Она там что-то заплутала, не знаю, что там с ней случилось. Но, в общем, третье место мы здесь взяли. И последняя гонка у нас. В данный момент я пока на первом месте по очкам. У меня 7 очков, ребята, у остальных там 5, 4. То есть, если мы сейчас здесь проезжаем так же идеально. Ну, мотоцикл, понятно, он там как всегда. Я не знаю, куда он там улетел. Ну, ты видишь, я стараюсь как можно аккуратнее проходить. И, по-моему, первая позиция, да, ребята, 10 очков как с куста. Да, будет очень такая кропотливая сегодня гонка у нас. До 33 тысяч кубков. Я даже не уверен, что сможем ли мы сегодня взять. Ну, если что, на половине, ребята, остановимся и уже продолжим, естественно, в следующей серии. Они, эти гонки, от нас никуда не уйдут. Куда мы там летим, фиг его знает. Ну, ККМ, ой, ну да. Ролика там от меня не отстает. Он там впендрюкался куда-то. Ну, а я, как самый хитрый, сделал все как надо. Так, тут три гонки у нас будет. Это у нас вторая получается. Почему-то мне все говорят: Рэй, возьми вертушку. Зачем, ребята, ее брать? Я же говорю, я вначале прокачаю полностью себе ролейку, а уже потом мы будем что-нибудь другое качать. Правда, пока не знаю, что. Вот это я тут, конечно, да. Фу, я уже думал, сейчас, не дай боже, он себе шею свернет. А ведь он может. На таких-то скоростях, да еще и без крыши. В трясек это делается, поверь мне. Да я лучше... Да блин, ну надо было уже поверху ехать. Ну, ну что, а? Ай-яй-яй. Давай понизу. Ну, есть. А? Как я, несмотря на... Тут кругляши свои наяриваются. Эти сальтушки, вертушки. Так, нормально. А нам нужно сколько? 120 тысяч, по-моему, да? 120, чтобы прокачать сцепление. Так, я готов. А потом, наверное, я не знаю, ребят, надо накачать, докачать нам эту... Наш супер-дизель. По идее-то. Чего себе тут? Ух! Тихо! Ай! Знакомая эта ситуация сейчас вот была в данный момент, потому что когда-то я уже... А чё это я врезался-то? Ну вот, ребята, вам и весь итог. Потому что когда ты едешь, думаешь, ё-моё, стоит, не стоит, стоит, не стоит запрыгивать. На таких скоростях резкие вот эти вот... Ты понимаешь, да? Вниз, вверх, блин. Там уже как бы не до раздумий. Там уж делаешь. Естественно, я предпочитаю ехать по низинам, как я уже говорил. Вершины я эти терпеть не могу. Воу-воу-воу-воу. Да ладно, Сэм этот на первом месте, что ли, будет? Что мы делаем, блин? Что с машиной-то не так, я не пойму. Это просто дичь какая-то, ёпарсеты. Ну это... У меня нет слов, что сейчас было. С какого перепуга я вообще туда под воду под это упал? Вообще ничего не смог сделать, ничего. Дебильная трасса, на самом деле. Упасть на крокодила, протопить его? Не знаю. Ну хоть здесь первым, ладно, блин. Ну по итогу какое? У-у-у, третье место, опять отъезжаем. Трэш какой-то, а. Стив. Я очень рад. Вот так вот мы сейчас и будем. Туда-сюда, туда-сюда. Трасса сама по себе была вот предыдущая, короткая, но вот не без изъяна, ребят.
Нифига там чувачок наяривает. Но мы его уже обогнали, правда? И улетели в никуда. Так, три гонки всего лишь, да? Ну давай, 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 родная. Когда она приземляется, у нее же колеса выше капота поднимается. Е, тут тоже первый. Слушай, ну там на баге тоже чувачок меня напрягает уже, если честно. Он как бы вторым едет постоянно. То есть... Ух, не, ну это понятно тут. Супердизель по прыжкам-то я знаю. Он у нас любитель прыгать. Но здесь, по-моему, тут, конечно, ребят, все, мы вырвались. Ролейка, если напрямки, если трасса более-менее ровная, у него, конечно, конкуренции вообще нету. Просто нет конкуренции. Сколько таким темпом мне еще поединков нужно здесь выиграть? Зима на носу. Так, у нас что там по колесам? Все отлично, да? По колесам все прекрасно. Так, мы, кстати, можем прокачать с собой что-нибудь бесплатно. Давай, наверное... Ага, тут только простое можно. Не знаю, захотелось мне почему-то прокачать магнит. Так, я хотел, знаешь что? Я хотел поменять вид. А, вот, вот полностью, да, как он выглядит, драматург. Что у нас есть? Есть заключенный. Так. Ха, Бакс Банни, полный костюм. Это что у нас? Спасатель. Спасатель мужчина. Ну, костюмов тут очень много. У нас, смотри, нападающий есть полностью. Но мы нападающего уже, по-моему, юзали. Давай вот так вот сделаем. Бакс Банни. Что тебе дать в руки-то? Ну, на, вот тебе вот эту штуку. А, вот колеса-то, кстати. Вот, ребят, колеса-то где? Ну, это просто краска для колес, да? Они ничего тут из себя, ну, такого супер-пуперского не представляют. Я понял. Ну что, поехали. То есть просто вид колес меняешь, а по факту... Они остаются как обычные. Ничего себе. Да, мотоцикл-то тут. Вопрос, как вот это вот. Да что они все, я как этот, летаю, блин, а они все. Вот как так можно сделать было? Почему моя машина летала? Ну, у меня только не прокачано что, сцепление чуть-чуть. Во-во-во-во-во-во-во, давай, родной. Блин, тут еще и пещеры. Растудыть твою тыдыть, ну. А у нас одна гонка, что ли? Только большая, да, я так понимаю? Ну да, видимо. Ух, да, ребята, сделали мы их всех. Мы их всех сделали. Да, вот и 120 тысяч, ребят, прокачиваем. 160, ну 160 тысяч на это долго придется копить. Опять прочитал, что не дочитал, что за трасса у нас. Ну, я понял, уже какая-то с болотами. С кучами прыжков, да? Окей, допустим. Слушай, ну тут как ни странно, да? Мы взяли первое место, отлично, ребят. Как вот на этой спортивной вообще, ребята, можно ездить? Она мне чем не нравится? Она очень длинная. Вот, вот этот спортивный кар. Он, фига, они там все с турбинами, с... чего там у них только нету.
Понятно, мы, как всегда, в своем репертуаре, друзья. Ну, а дальше вы видите сами. Фильмся на ровном месте. И второй. Как он здесь умудрился вообще проехать идеально? Ну, опять же, повторяю, ребят, на каждой машине свои примочки, да? У кого-то есть там... При приземлении там набирает скорость. У кого-то еще что-то. Монетный ускоритель, не забывай, тоже есть. У меня вот если бы вот не вот это вот... Отлично. Если бы не вот это вот... Так, подожди. Ты смотри-ка, здесь мы с тобой вообще идеальненько сделали. Идеальненько просто. Вот она, эта вертушка. И мы ее обогнали. И первое место получили при этом, при всем. Едем дальше. Зимний кубок. Зимний кубок. Ну, в принципе, колеса у меня предназначены для зимнего кубка, потому что у нас идет офигенное сцепление. Но я вижу, вертушка-то там тоже не лыком деланная, да? Тоже там газует, подгазовывает, перегазовывает. И финиш. Идеально. Отрыв очень даже неплохой получился у нас. Давай дальше продолжать. Когда боль... О-о-о-о. Я теперь понял, почему он там начал притормаживать. Он начал притормаживать для того, чтобы набрать скорость. Вот зачем. Ну тут-то понятно. Ха-ха-ха, тут... Все идеально. И опять же мы первые. А тягач, который едет там, он же сам по себе здоровый. Но он... Помню, как тягач был один. Я просто за ним не мог угнаться. Там у него, я не знаю, какая-то супер-пупер тяга была. Так, подожди, давай мы с тобой понизу, наверное, поедем. И зачем мне этот понизу? А хотя нормально. Понизу даже очень, вот, идеально получилось проехать понизу, ребят. Что там поверху, я не знаю и знать не хочу. Зуки. L3 M4 N5 TM. True record. Конечно, true record. Так, оу, ускоритель дым. Ну, ускоритель дым, ребята, он нам не нужен. Так ведь, так ведь. Первый снег, первый снег, поехали. Я говорю, на зимовке у нас более-менее. И опять же повторюсь, шины у нас не прокачаны. Я их не стал прокачивать, а там можно было еще качнуть их, если честно. Слишком перегнул, по-моему, да? Да, ребят, я перегнул. Нифига там. Ролейка шпарит, посмотри. Ну нет, нет. Моя ролейка все-таки круче. Он с этим, с магнитом ехал. Значит, 100% у него был магнитный ускоритель стоял. 100% тебе говорю. От нечего делать он бы навряд ли бы стал бы ставить себе эту фигню. Она ни к чему просто. Если у тебя стоит магнитный ускоритель, в этом случае есть смысл ставить, конечно же, притягиватель магнитный. В другом я не вижу, ребят. Видишь, практически сзади ехал по пятам. Значит, скорость у него солидная. Чё так? Отлично. Поехали вниз. Опа, хорошо, хорошо, хорошо. Ничего, скорость потеряли немножко, ничего страшного. Ничего страшного, ребят. Замечательно. Очень хорошо проехал сейчас я эту трассу. И видишь, да, баги, как всегда, меня там сзади приструнивали. Так, тяжеловоз, ускоритель дым. Ну что, горный кубок у нас впереди. Горный кубок. Тихо-тихо-тихо, ты что делаешь-то? Горный кубок, ну... Опять же, ребят, очень много зависит, какой горный кубок. Их очень много, этих горных кубков. Есть вот такой вот с пещерами. Есть более-менее простенький. Это, по-моему, ребят... Да-да-да, это, по-моему, тот самый. Заковыристый. С
этими бугорками, с этими подъемами. Ладно, сейчас попробуем. Ну, в принципе, нет, это не такой сложный. Есть похуже, ребят. Есть в разы похуже. И вот именно там приходится... Ага. Да что ты, вот эти вот ухабы бесят, они снижают сразу скорость. Почти в 50%, ребят, я вот замечаю. 50% минус скорости, и пока он разгонится, хорошо, у нас прокачана коробка передач по полной программе, поэтому ускорение он дает практически сразу же, но этого не видно. Ты этого не замечаешь на таких скоростях, ребят, ну... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что это? Ну вниз тогда летим. Окей, пока мы первыми. И первым приезжаем. И вот баги там вторая. Нифига, он там начал крутиться. Ну что, я думаю, еще гонок 4-3 и все, ребята. И кубки у нас будут в кармане. 33 тысячи кубков, плюс 30 деталей. Естественно, хочется деталей получить на нужную тебе тачку. На нужную тачку, а не на какой-то там левый второсортный барахлишко, которым ты даже не пользуешься. Да-да-да, тут лучше приспустить газовку. Лучше проехать, ребят, нормально, но, видишь, тут отлично получилось. А можно было бы впендюриться в эту ямку, и все, и возможно даже перевернуться. А так как ролик на таких скоростях, когда она перевернется, ну это все, это фиаско, брат, сразу же. Вот видишь, баги. Ой-ой-ой, взял тоже поверху. Ладно, фиксим. А, смотри. Кто-то там внизу меня. Нет, не успел надо обогнать. Ну сверху очень тяжело там было ехать, потому что там каменистая такая поверхность, ну, ты видел, да? Хотя он почему-то ехал первым. Он меня обогнал там в одном моменте. Хуй. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, вот это да. Вот это да, я не справился с управлением. Первое место, ладно, хоть спасибо на этом. С управлением не справился, ребята, и меня вот закрутило, и перевернулся я, короче, к сожалению. Ладно, не унываем. Ого. Фига себе, посмотри, какой. Первый раз вижу, чтобы такое было. Перелетай, перелетай всю эту погонь. Ну вот тут-то. Да-да-да. Большинство ребят там встряло, ну, кроме GR. Ну, кроме мотоциклиста, который там ехал. И первое. Первое место. Ну, мотик, я смотрю, он такой маневренный, он может далеко перепрыгивать сам по себе, но, как мне писали, им очень тяжело управлять. Я даже не буду, ребят, в этом сомневаться. Давай набирать скорость. И сейчас будем смотреть, кто у нас дальше всех улетит. Пока вроде бы я. Да, я улетел вообще заоблачно куда-то. Смотри, просто прилетаю. А прикинь, сейчас бы у меня были бы крылья. Ну, в воздухе я очень много бы тратил времени. Это я уже осознал. Крылья хороши, но в воздухе ты очень много зависаешь, как бы. Нет у тебя вот этого приземления быстрого. Давай, куда мы там летим-то? Приземляйся на колеса. Отлично. Ох, хорошо. Поехали. Разгончик. Это какая у нас гонка? По-моему, последняя, да? Да, прямо на финиш. Прикинь, только упал, и этот сразу приехал. Не успел даже земли коснуться, как он уже, оп, прям вырвался. Вовремя мы, короче, да, как всегда. Ну что, я думаю, наверное, последняя гонка. Нагорный кубок. Надеюсь, мы его с тобой идеально проедем. Чё ты сомневаешься? Оу! Вот, ребят, вам и Нагорный кубок.
Ну кто ж знал-то, а? Почему-то только я не долетел из всех вот этих ребят. Только у меня не получилось. Там кто-то, по-моему, разбился, да, мне кажется. Нет, никто не разбился. Давай, давай, давай. Вытягивай. Мотоцикл тут, конечно, сделал нас всех. Давай смотреть дальше. Не хочу я на это полено... А, придется, да? Ну вот как тут, ребят, можно? Ну я не понимаю вот это вот. У меня не получается. Просто не получается. Как ты тут затормозишь? Я вообще, ребята, даже не зашел никуда. Отъехали назад, короче, мы. Теперь фиг знает, сколько гонок тебе еще придется проезжать. Бей ты это стекло. Ать! Да-да-да-да-да-да-да, вот, видел? Вот, ролейка, ребята. Прям вот живой пример. Просто впендрючилась в голову этому динозавру. И все. Что-то я не помню, это... Как он меня обогнать умудрился еще? Он же разбился. А, тут две синие ролейки, понял. Давай, 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 давай. Она прям по пятам едет. Давай это все перепрыгиваем. И куда? Первое место, отлично. Так, а что там? Ну, пока у меня первое место. Ладно, ребята, если мы сейчас забираем первое место вот сейчас, то мы по итогу будем тоже на первом месте. Но это, опять же, не точно. Ага. Так. ККМ-ка что-то, ребят, там... Блин, вот эта вот вода вообще не в тему. Просто сбивает. Да кто знал-то, блин? Тут надо так было тупо приземлиться, а? Ёх-макарёк. Ну все, ребят. Каким третьим вообще? Ну, вторым хоть по итогу. Даже не доехал до своего места. Просто, прикинь, это же надо было приземлиться именно на спуске. Вот прям спуск, точнее подъем, да? И я прям на него шлепнулся. Конечно, оттуда ты фиг потом что-то сделаешь. Ой, здесь я вряд ли. Остальные все перепрыгнули, блин. Ты посмотри, как они это делают, я не знаю. Просто я вот лечу, я долететь там не могу, ребята. В любом случае, ну никак не получится. Они как-то заезжают, как хрен его знает. Ладно, давай смотреть, что у нас вообще по итогу будет. Да ёпрст, это что такое-то? Окей. Здесь у нас получилось все. Фига, блин. Да. Не самый лучший показатель мы тут показываем. Ошибись. Мы лишились. Ох, на вертушке-то здесь, да, наверное, ребята? Любо-дорого кататься. Потому что он разбиться не может. Есть. По-моему, ребят, первое место у нас будет, да? Первое место. Блин, я надеюсь, еще одна гонка эпическая. Вот форсажик бы, конечно, получить было бы вообще круто.
Норалику и монетный ускоритель. Ты понимаешь? Форсаж и монетный ускоритель — это вообще топ было бы, наверное. Ух, обожаю вот такие вот трассы, где прыжки и особых заморочек нету. Да, это прям вот мое, друзья. Это вот прям для ролейки создано. Не столько вот как для дизеля супер, да, там еще для какой-то. Именно для нашей тачки. Но опять же, трасса трассе рознь. Угу. Вот на этих ускорителях, когда вот приземляется с большой высоты, да, вот этот вот форсажик поддает, вообще круто. На нем можно очень хорошо буститься, кстати. Просто рвет, рвет там мотор и прям вот. Отлично. Смотри. Оп. Видишь? Смотри, сейчас опять попробую. А, тут уже все. Но тем не менее. Видел, да, искры из-под колес. Это вот есть, ребят, тот самый буст. Ну, наконец-то. И что же за детали? Да ладно тебе. Ну, что ж поделаешь. Что дали, ребят, то дали. Ну что, я не знаю, в следующей серии попробуем, наверное, взять 36 тысяч кубков. Как там дела пойдут? Не знаю. Но пока все отлично. Так что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.